Темнота кромешная была, не горела ни одна лампочка. Мы перепугались. Теперь темное время суток у Тамары Камоликовой страх не вызывает. Всего-то и нужно было – наладить уличное освещение. Жительница дома номер 14 по улице Вишневой в микрорайоне Сходня несколько дней назад обнаружила неисправность фонарей. Обратилась в приемную главе округа Дмитрию Волошину. Звонила и сделали позавчера, все уже было налажено. Мы обращались к главе, писали Волошину. Вот. Я сама не могу, так я просила или дочку, или там у нас женщина, вот она где-то работает, она, ну, в общем, она несколько раз писала заявку Волошину. Благодаря этому нам там что-то много чего сделали. Освещение не единственная проблема. В 2016 году во дворе дома установили новую детскую площадку, но после 2 лет она требует обновления. В итоге здесь отремонтировали качели, поменяли покрытие, завезли песок. Все, по словам Тамары Михайловны, сделано оперативно. Сотрудники комбината по благоустройству отмечают, обращения поступают каждый день. Принимают их по горячей линии администрации или через портал Добродел. Стараемся это оперативно отрабатывать, чтобы не было повторных обращений. Если обращение все-таки повторное, то выходим на место заявителям. Понимаем проблему и стараемся решить в кратчайшие сроки. Единственная проблема, которую еще не успели решить здесь – лавочки. При установке детских площадок часть из них демонтировали. Но сотрудники администрации пообещали жителям вернуть скамьи в самое ближайшее время. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.